Водителя по решению суда могут обязать оплатить ранее неоплаченный штраф в двукратном размере, либо поместить под арест сроком на 15 суток, или принять решение о наказании в виде обязательных работ. При проведении рейдов полицейские также уделяли внимание соблюдению других требований законодательства. Инспекторы ГАИ напомнили, после наложения штрафа его необходимо оплатить не позднее 70 суток с момента вынесения постановления. Сделать это можно и не выходя из дома, а на едином портале государственных услуг.